За 10 месяцев 2023 года в России произвели свыше 22 тысяч тонн красной икры. Это почти в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. И лучший показатель за 13 лет. Прогресс налицо. Предыдущий рекорд за 10 месяцев был установлен в 2021 году – более 21,5 тысячи тонн. А по итогам 2023 года объем производства икры может и вовсе превысить 25 тысяч тонн. А ведь даже во времена СССР, которые некоторые считают золотыми, в год производили около 10 тысяч тонн икры. Секрет успеха этого года в хорошем вылове лососевых. На Дальнем Востоке было добыто около 609 тысяч тонн рыбы. При этом ежегодный объем потребления красной икры в стране колеблется в пределах от 15 до 20 тысяч тонн. Получается, предложение выше спроса, значит, цены на этот продукт могут снизиться. И действительно, в ноябре икра горбуши на Дальнем Востоке подешевела на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. А в целом по России средняя стоимость красной икры снизилась на 4% к прошлому году. Так что можно смело прикупить к праздничному столу баночку-другую. Хороших вам новостей!